Всем привет! Собираемся на рыбалку. Спонтанная рыбалка. Идем на Алима, Перша, Езя, вообще судачок. О, клюнет. Приехали на интересное место. Вообще не подготовлены, если честно. Быстренько накидались вообще, что было, что надо. Ну ладно, надеюсь, посмотрим. В общем, приехали не Рудстром. Вон, если там направить, это Чебоксарский речной порт. Взяли с собой донки, резинки, купили тюльки со свежезамороженных, червей. В общем, посмотрим, шевца взяли. В общем, все, что есть. Посмотрим, что у нас из этого получится. Погодка. Сегодня первый снег был, прошелся. Все. Собираемся. Собираем донки. Приготовить заранее дома. Принцип простой. 5 унций груз. И вот поводок. Лечит на дом. Все просто. Должно быть. Смотри. Насадка у нас сегодня тюлька и генробена. Будем соединять поводок петля в петлю. Будем восьмерка. Смачиваем. Лишнее отрезаем. Зубаем. Но лучше не хочу. Крючки нужно использовать довольно-таки большие, но я пока поставлю не такие большие, потому что пока светло, может будет ясь, чтобы она не отвалилась. Тюлька крупная. Хорошая. Она сейчас замороженная, в воде оттает и будет мягкая. То есть во время посечки она, если заглотит, то... И все, вот. Бросаем прямо, течение довольно-таки сильно. Вешаем бубенчик пока. Дилинь-дилинь-дилинь! Все-таки это принцип не на фидер, а на донке. Будем сегодня ловить донки. На донке. Просто сидеть, постоянно смотреть за кибер типом. Закончить мутилище. Ну так устанем, а так будет. И ребята, поклевки есть. Что-то есть ты? В общем, сидим. Какой же второй час. Когда еще было светло, клевали ерши. Снимать не стали, потому что мелкие. Сейчас тоже такие мелкие тычки есть, но это не рыба вообще. Но имеется в виду ненормально.
которую мы хотим. Закинули глубоко довольно-таки. Одну удочку прям вообще по максимуму закинул, другую поближе. Ну, 50-60, самая дальняя, наверное, остальные вот чуть поближе. Наверное, где-то так примерно. Сейчас уже не ориентируемся. Темно, не видно. Ну, таких больных, как я, как мы, довольно-таки много. Почти и с этого берега, и по ту сторону Цивеля. Находимся мы на устье Цивеля. Места красивые. Должны быть рыбные, но, к сожалению, нет. Погодка уже почти зимняя. Завтра обещают вообще штормовое предупреждение у нас, уже снег должен пойти хороший. Ну, имеется в виду, с дождем. Ну, вот так вот. А так, по кайфу, пожарили мясо, поели. Шикарно. Как говорится, лучше плохой день на рыбалке, чем хороший день на работе.